Оу, поздравляю! Каково это выходить на пенсию? Появилось больше времени, чтобы подумать, выпить, прийти в себя. Поздравляю тебя! Ты в пантеоне славы. Ты не меняешься. Шутишь? Ты на себя посмотри, словно начинаешь очередной чемпионат. Итак, я поздравляю вас, господа. Я вкратце расскажу, что вас ждет сегодня. Когда диктор произнесет вашу фамилию и арена встретит вас овациями, вас будет приветствовать Ленни. Я что, должен танцевать? Ну, можно по такому поводу. Итак, вы снимаете свой пиджак, у вас его забирают. А кто забирает пиджак? А, ты забираешь. А затем вы одеваете пиджак зала славы. После этого вы встаете спиной к скамейке, лицом к камерам, затем фотография. Я задаю несколько вопросов. Ты когда начинаешь эту всю свою профессиональную карьеру, естественно, ты просто пытаешься работать, наслаждаться своей работой, играть в хоккей и выигрывать. Но ты никогда не думаешь о таких, так сказать, моментах, ну просто некогда. Ну просто некогда, потому что ты играешь 7 месяцев подряд, через день игры с перелетами. Поэтому ты просто играешь, наслаждаешься самим процессом. На льду мои вопросы будут лучше. О нет, все отлично. Церемония введения в зал хоккейной славы. Это не просто торжественный вечер, это целый праздничный уикенд. Он включает в себя матч легенд, пресс-конференцию, встречи с болельщиками, 4 дня, за время которых можно снова пережить лучшие моменты карьеры. Конечно, мы сейчас, можно спокойно об этом говорить, наслаждались вот той ситуацией, когда мы вместе играли, что так легко играется. Реально соперники хоть и пытались там нас вывести из себя, залезть под нашу, так сказать, кожу, как они любят выражаться, но это им не удавалось, потому что мы реально ловили кайф и реально понимали уже за, наверное, как игра начнется. Вот по началу игры мы уже знали, как мы выиграем, сколько забьем. Даже вот так можно сказать. Сергей Федоров надевает знак принадлежности к всемирной хоккейной истории – пиджак зала хоккейной славы. В этом году исполнилось 20 лет с тех пор, как Скотти Боуман выпустил на лед русскую пятерку Детройта, которая окажет влияние на развитие хоккея. Но тогда они не понимали этого, они просто наслаждались игрой. Не готовились особо к играм. Стресса было ноль, просто ноль. Потому что, ну, мы все прекрасно знали, что мы будем в тех местах, где нужно твоему партнеру. Белые коньки – одна из деталей, которая всегда помогала отличить его на льду. Хотя, конечно, заметить его и так не составляло труда. Говорят, то, как он готовит себя к матчу и сейчас, является примером. Он чуть маловат мне. Хоккей – такая контактная игра. Каждый вечер должен быть готов и обороняться от всех, там, я их называю, летающих тарелок, которые просто тебя хотят размазать по борту, нанести травму или залезть под твою кожу, там, вывести тебя из игры и все такое прочее. Почему? Потому что они знали, что если они хоть что-то не будут делать, ну, мы их разорвем просто. Особенно, когда вот мы играли в пятерке вместе. Профессиональные игроки признают, что у него можно учиться многому.
отношению к хоккею, к себе, к жизни, умению брать от нее максимум, быть легендой и оставаться парнем, который прилетел в другой незнакомый мир с открытым сердцем. Вот он помогает партнеру снять визор перед выходом на лед. Хорошо, давайте его снимем. Парни, пора выходить. Вас объявили. Вот почему он в зале хоккейной славы. Это замечательное событие. Он без всякого сомнения заслужил это. И я не понимаю, почему этого события пришлось ждать так долго. На протяжении всей своей карьеры он показывал, как можно совмещать скорость в нападении с эффективностью в защите. Так что единственный мой вопрос к жюри – почему его включили в зал славы только сейчас? Пятый по результативности в истории Red Wings. Это потрясающе. Великий игрок. Он заслужил это, да, он заработал это, да, он был феноменальным игроком, и сейчас он есть, да, феноменальный игрок, вы могли все это наблюдать сегодня, да, он прекрасный человек, он достоин этого. Я очень рад и от души тронут то, что наши хоккеисты, особенно Сергей Федоров, оказался седьмым русским игроком, который в музее хоккейной славы. И сейчас вот за все его заслуги, терпение, труд вот, и такое признание, конечно, это дает большой импульс тому, что наш хоккей процветает, наши ребята играют. Есть у кого брать, как говорится, эстафету. Вот, сейчас это Овечкин, Дацюк, вот, ребята, которые идут следующими. Сергей Федоров забросил две шайбы и был признан главной звездой встречи. Журналисты в Канаде традиционно испытывают больше интерес к своим хоккеистам, но Сергей Федоров заслужил право чужим не считаться. Ну, последние четыре майки, да. Не знаю, раскупили или мало сделали, но вот хотел 10 купить для подарков, но не получилось. Себе одну точно оставлю, а все остальное подарю. 4 свитера, несколько бейсболок, значки. В Москву и Детройт многим нужно привезти памятный сувенир. У него друзья по обе стороны океана. Себе он оставит его – перстень зала хоккейной славы, на котором выгравировано «С. Федоров». Навсегда его имя останется и на трофеях в сердце Торонто. На Харт-трофи – самому ценному игроку чемпионата. Дважды на Селки-трофи – приз лучшему нападающему оборонительного плана. И трижды на Кубке Стэнли. Есть мнение, что личных наград должно было быть больше, но заокеанская публика и эксперты не сразу согласились признать, что он лучший в своем деле. Да, похоже, этот парень будет одним из величайших игроков НХЛ. Смотрите, он владеет шайбой одной рукой на высокой скорости. В ЦСКА и сборной Виктора Тихонова защита была на первом месте для всех. Годами он учился опережать соперника, контролировать его действия. В НХЛ он казался игроком с другой планеты. На любой позиции. В центре, с краю, даже в защите. Люди бросали шайбу, ну, бежали атаковать. Мне удавалось читать эту ситуацию, подбирать шайбу. И пока они бежали вперед, я уже бежал в другую сторону с этой шайбой. И было пару ощущений, что они даже не понимают, как такое могло случиться. А что получалось? Слева человек бросает в правый угол, допустим, мой. Но я это уже вижу. Я уже вижу, что у него нету, так сказать, маневра. И он должен ее пробросить, чтобы не ошибиться, в средней зоне. И я уже просто бежал назад за этой шайбой. Я знал уже, куда она придет. Тем более площадки были маленькие. И, в общем-то, получалось довольно-таки неплохо. Иной раз весело и иной раз комично. Потому что реально получались очень такие резкие атаки. И я как защитник, в общем, поддерживал своих трех нападающих, которые тоже поначалу не совсем понимали, что происходит. Почему у нас шайба только что у них на красной она была, бросили в наш угол,
Обычно это долгая история, если честно. Вот. Но мне удавалось просто читать на одну секунду, на две секунды быстрее вот этот момент, когда шайба будет ничейная. Ее просто надо было подобрать у себя в зоне и спокойно начать атаку. Сейчас Сергей Федоров – лицо хоккейного ЦСКА, главный менеджер. Где бы он ни был, ему задают вопросы о работе в легендарной команде. Первые два года в ЦСКА, правда, дались мне очень тяжело. Последние два были проще. Просто сейчас есть структура. Я всегда получаю удовольствие от работы. Я убедил владельца команды в том, что мы сможем построить и отладить эффективную систему, начиная с самых юных ребят. Да, я тоже видел эти заголовки в газетах. В этом году исполнилось 20 лет русской пятерке. Тяжело оценить, что мы сделали тогда, чего добились, как это повлияло на хоккейный мир. Даже сейчас я могу сказать, что мы просто делали свою работу, получали удовольствие. Спасибо Скотти Боуману, что собрал нас вместе и дал возможность играть вместе. Очень редко игроки владеют таким набором качеств. У всех есть слабые места, но у Сергея их найти трудно. Он мог обыграть один на один, он мог обыграть всю команду. Скорость и владение шайбой позволяли это сделать. Он мог варьировать темп игры и ускорять всю пятерку, когда это было необходимо. Я должен признать, против него было очень трудно играть. Высокая скорость, хорошие данные. Я думаю, он входит в пятерку лучших в хоккейной истории. Мгновенный переход от защиты к нападению. У него всегда было голевое чутье, и при этом он блестяще работал в защите. Да, против него играть не слишком приятно. Фотосессия за час до главной церемонии. Шайба с надписью «СССР» заставляет Федорова улыбнуться. Это замечают все вокруг. В Торонто приехала мама Сергея, близкие друзья, все волнуются. Все, кроме Сергея. Он, кажется, снова получает удовольствие. Грустить? Пусть грустят те, у кого не было такой карьеры. В зал славы включают лишь один раз. По-моему, достаточно, нет? Один раз достаточно. Но я не думаю, что какие-то нотки грусти есть. Много мыслей, много всяких разных моментов всплывает в памяти, в голове. Нет, ты просто пытаешься насладиться вот этой атмосферой, вот этим каждым днем, понять изнутри, вот, что вообще происходит, почему все так. Мое понимание такое, они оценили вот этот труд. Вот это мне больше всего как бы нравится. Он один из самых талантливых игроков, которых я встречал. Нужно признать, что он был блестяще подготовленным атлетом с высочайшим уровнем мастерства. Вместе мы добились большого успеха. Игра с ним в одной линии – это лучшие годы в моей карьере. Он действительно достоин не только своей игрой, но и он джентльмен на льду. Вы никогда не видели, чтобы он грубо играл. Он очень много забивал. Он был прекрасным капитаном. Я вспоминаю Квебек, когда уже он сходил практически с арены, и мы его взяли, который много говорит, что он уже не в такой форме, он уже старый, но он приехал, он был как батя. Он показывал пример, как надо на тренировке, как надо относиться к своему здоровью. Он ходил даже в шапочке все время, знаете, показывал, что надо готовиться. И он был примером. И он как раз пас дал Ковальчуку, который мы забили вот этот решающий гол, когда выиграли в овертайме в Квебеке. Он приехал из другого мира, оказался в самом центре и стал ночным кошмаром для самых грозных защитников. Редчайший случай, когда сила и скорость сочетаются в одном человеке. Это все никто иной, как Сергей Федоров. Когда мы говорим о таланте, что мы имеем в виду? Это то, что дано от природы и доведено до совершенства. Это то, что отличает хорошего игрока от чемпиона. Особенный для него, исторический для страны момент. Сергей Федоров в зале хоккейной славы. Его речь транслируется в прямом эфире на всю Северную Америку. Поднявшись на сцену, он произносит приветствие на двух языках – английском и русском. Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, дамы и господа.
Кажется, я должен начать. Это не так просто, когда очки застряли у тебя в кармане. В своих самых смелых мечтах я не мог представить, что буду стоять здесь перед вами. Это большая честь быть здесь. Я хочу поблагодарить прежде всего, и это самое важное, моих родителей, мою маму. Я не знаю, как мы смогли это сделать, но мы здесь. Я вам очень благодарен. Спасибо моему брату, что поддерживал меня, верил в меня. Он всегда приходил в раздевалку после удачных игр и после тяжелых. Моя супруга Карина не может быть здесь сегодня. Мы ждем нашего первого ребенка. Семья самая, наверное, важная, потому что, ну, хоккей мы живем и дышим, но без семейных, так сказать, радостей не обойтись. Поэтому мой фокус, конечно, будет немножко уже распространяться на семью. Вот. И мне это радует. Федоров успел поблагодарить, если не всех, то многих. Рассказал об апатитах, где начал играть 8 лет, в самых тяжелых коньках своей жизни. Всю его речь мама записывала на свой телефон. Этот момент много значит для Федорова, но еще больше для нее. Я обещаю, что и дальше буду гордо представлять во всем мире игру в хоккей. Я буду с честью носить этот пиджак и перстень Зала Славы. Я останусь послом игры, которую люблю, послом хоккея. Спасибо. Вечеринка после церемонии в священном для хоккея месте, прямо в Зале Славы, рядом с главными трофеями мирового хоккея, рядом с Кубком Стэнли. Журналистов здесь быть не может, только ЦСКА ТВ, потому что для Сергея Федорова здесь границ не было и нет. За 5 минут было очень сложно что-нибудь донести до слушателей. Была идея сказать даже по-русски всю свою речь. Но, естественно, это немножко преувеличенная фраза. Я хотел просто рассказать, как я пришел в большой спорт, поблагодарить родителей, поблагодарить всех тренеров, которые со мной работают, всех сокомандников и даже где-то оппонентов, кроме Криса Пронгера, потому что мне отбил все руки. Шутка. Ну вот именно свет, вот такая официальная атмосфера, я увидел много лиц в зале. Я реально смотрел на зал. Я хотел тоже получить какую-то их реакцию. Я очень рад, что я ее получил. Но хоккей, вы знаете, такой вид спорта, что за эту реакцию надо бороться. Поэтому я боролся. Невозможно поменяться, мне кажется. Просто заложено уже мое ДНК, что цели должны быть. Тогда человек живет, работает, к чему-то стремится. Даже если ты достиг абсолютно всего. Такого не бывает. И я, вы знаете, это понял вот буквально за эти 3-4 дня. Цель одна – быть, наверное, целеустремленным в том, что тебе доверили. У меня еще 2 года контракт с ЦСКА. И, конечно, семейные какие-то радости, которые дают пищу и энергию на работе и для работы, и вообще в жизни. Поэтому так немножко, может быть, настроен философски, можно сказать, по этому поводу. Но цели всегда были и будут. Сергей Федоров, 7-й русский в зале хоккейной славы, возвращается домой. А его улыбка и несколько ярких строк о головокружительной карьере будут встречать болельщиков до тех пор, пока этот мир болен хоккеем.